Как можно использованные CoralMine пакетики, да? Я сегодня расскажу, как их можно использовать. Так что после использования ни в каком случае не выкидывай, потому что есть много способов, как их применить, да? Потому что один такой CoralMine пакетик, CoralMine, он 200 раз сильнее активного угля, да? Но это насчет свежего CoralMine, а не использованного, да? Вот, где мы его можем использовать? Так что, если у нас рвота или дискомфорт в животе, да, или ротавирус живота или что-то подобное, да, то мы можем открыть пакетик и высыпать на язык и запить стаканом воды, да, много воды. Лучше всего с CoralMine водой запивать. Вот. И так можно повторять через каждого часа двух, если не становится лучше, да. Потому что CoralMine это сильный сорбент, он связывает все токсины в организме и выводит из организма, да. Следующее, где мы можем применить песочек, можем применить в обычном для обычного вина, да, не шипучего, а обычного, да, там красного и белого, да. А вот берем 3-4 пакетика, открываем и всыпаем в бутылку. В результате CoralMine абсорбирует сульфиты, которые прибавляет к вину, и сульфиты, как известно, создает дополнительную нагрузку на печень, да, вот, а это нейтрализует. Также можно прибавлять CoralMine песочек, использованный к чаю или кофе. Это уменьшает кислоту напитков, да, это тоже лучше нашему организму. Также можно использовать при похмелье, да, кому есть. Вот. Можно, например, вечером выпить 2 пакетика и утром 2 пакетика с водой, и ничего не будет. Да? Вот дальше. Такая вода с CoralMine очень нравится домашним животным, да, можем им присыпать CoralMine, использованный, кому не жалко, можно свежий, да, они любят такую воду. Дальше можно прибавлять к воде, с которой мы поливаем домашние растения, да, всыпаем
там 2-3 мешочка, 4 даже, и подождем 5 минут, пока он там активизируется, и тогда можно использовать, поливать цветы и тому подобное. Также можно прибавлять к воде, к цветам, например, розам, тюльпанам, очень нравится орхидеям, да, особенно если они уже такие вялые, то можно отрезать, поняли, отрезать и поставить в свежую воду и прибавить тоже 2-3 пакетика использованного кроме, и увидите, что цветы оживут, да. Если вы сейчас проходите очищение организма с натуральными веществами, то вы можете для дополнительного эффекта тоже вечером и утром выпивать такой песочек, использованный, он тоже усилит выведение токсинов из организма, да. Вот. Такие вот лайфхаки, где можно использовать использованный Coralmine пакетики, да, и используйте.